такие вот дела. Был утренник, сводила челюсти, и шелест листьев был как бред. Синее перенье селезня сверкал за камою рассвет. Гремели блюда у буфетчика, лакей зевал, сочтя сутки, а селезня, подсвечника, кишмя, кишели, светляки. Я не помню. Еще, Макс, еще стихи будешь писать? Свечевая смоль луны. Да, хорошо очень даже. А может быть, я про это писал? Да не писал такого никогда. Я про себя помню. Я шел заводить кому страшному холоду. По сильному ветру, душераздирающему плитку, сильному ветру. Шагали в небе птицы, не кричали свою песню. Фонарь горел, желтым светом горели, не пели свою песню. Задувал, такой сильный ветер, сжавший стало льдом. Вышли, развалившись с горы, среди тла, но до тла нам было еще очень-очень долго. И мы все шагали, вот они у нас, и ветер седал у нас. Холод, сильный холод мучил нас, выпутников. В тонкой одежке, в черном пальто, с синими шарфами мы умирали, погибали от боя ветра, сильного ветра. Вечер полный, вечер холодный, вечер сильный, вечер ветра. Синие перенья селезня сверкал за камнем росли. Все время схватывая нить, судьбы событий, жить думать, что стоит любить, сжать от рынка. Ведь если бы я только мог, хотя от счастья написал бы мой сестру, а свой страсть на беззаконие храбрых бегах. Но нечаясь, как ахла всех глазов, и выпил бы из рук, и у начала, и стрел бы имен, инициал, я бы развивался, не как сад, все дружи жила, все бы либо не подряд, успокоить за дым. Стихи я вкус, дыхание рост, дыхание мяты, угасы пусть на голос, что там вложили. Но сколько их упало в эту бездну, по звездам дают. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Застынет все, что пело и боролось, вялое боролось. И нежный бог, не, голос, мокрый, не помню. Ro 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 ro
Надо обязательно перекинуть на читалку стихи Юн Дон Джуна. Надо их обязательно почитать. У него есть такой красивый стих, считая звезды. Его надо обязательно тоже. Его много красивых. Прячется в тумане лес, я помню, ты же не следом, ты же не следом. Терять, но поражение от победы ты сам должен получать. Но быть живым, живым только, живым только. Прячется в тумане лес, сги.
эта ночь непоправима. Слово существо, ворот Иерусалим. Солнце черное пришло, солнце желтое страшнее. Пою баюшки, пою, сыном в храме умею. Ранил мать мою, благодати не имею. Священство лишены, сыном в храме умею. Отбивали брак жены, и над матерью звенели голоса израильтян. Я проснулся в колыбели черным солнцем сиян. О, вот ты. Ого, нифига себе ты пишешь. Ну и маленький стишок. Ага. Это Макс. О. И прячет свои шаги, как прячется в тумане мир, не когда за 5-5, но поражение от победы ты сам не должен получать. И быть не единой долькой, и отступаться. Ветра нет, нормально. От креста, может быть, от креста, но быть живым, живым и только, живым и только. До конца. Такие большие видео делаю, целые, уже на 8 минут. Не, ну что, надо все подряд снимать, почему нет, хотя бы без этого. Не обязательно делать формат, пусть будет. Ну и маленький стишок ты написал. Да, очень маленький. О. И мне этого наоборот даже мало. Ну читай. Что? Конечно, сейчас. Не знаю. Ну не стесняйся. Будь живым. Живым и только до конца. Давай. Ты потом. Застенчивая смоль вселенному великому сапфире. Маяк вернет вас тому, кому вы нужны в этом самом странном мире. Глянь на луну, ни один пилигрим не достанет ее своей рукой. Ведь она пластичный шар на торте, уничтожит внутренний покой. Луна у побережья на южном горизонте циклично повторяет круг. Ледяная птица под лунный силуэт льда, холодный, далекий друг. Одиночество в прибрежной гавани, при плаче одинокой волны. И не нужен тому человеку маяк, кому вы на самом деле не нужны. Смоль из светового курева сверкает, и шлях ластует иглой. День завершился ради того, чтобы ты порадовался новой игрой. Маршрут отправился на конечной точке, только мне не нужен он. Ведь истинный покой находится там, на берегу шаловливых волн.
Затенчивая свой селеновый блик на сапфире, моя квирка кому-то нужны в этом самом странном мире. Глянь на луну, и ни один пилигрим не достанет ее своей рукой, ведь она как мастительный шар в карте уничтожит внутренний покой. Ну это здорово, конечно. Отлично. Эх, свойства. Отличные свойства. Отличная стихотворение. Ну, ни один стих не победит талант, его уходит белый вечер. Один? Ну, это только время покажет. Нужно же их еще перечитывать. И т.д., и т.п., и т.д., и т.п. Это восьмой. По счету. За счет? За сегодня? Но да. Достаточно ты написал, кстати. Нормально. Че, давай перейдем в дорогу. Че, нет, давай так пойдем. Ты уверен? Как тогда, когда мы с Данилом. Я думал, тролли. Помнишь? А, так пойдем? Ну да. Ну пошли. Я бы воспоминания вернуть. Да. Поностальгировать. Я тогда вновь рассуждал. Мы вроде бы кошек еще его обсуждали, да? Кошек? У него книжки про кошек. Ну да, книги свои обсуждал, типа. Блин. С кошками. Еще стих читал свой там. С его великим словом. Это не, слушай, это же редкое такое слово в поэзии. Там может быть все что угодно, сука, блядь, там любое. Но у меня в одном стихе какой дебил стоит. Ну, значит, ты это не так велико произнес, как Даниил. У Даниила дебил это нечто, конечно. Это у него. Что у него имя рифмуется? Наверное. Наверное, да. Но он это произнес очень хорошо. Пиявка, наверное. Наверное, пиявка. Авка. Почему я Алевтина пишу с маленькой колбой? А у тебя? Алевтина колба. Да, колба тут. Владос. А, помнишь его? Вот и помер дед Владос. А после них папирос. Положили его в гроб. Жизнь сказала ему стоп. Мужик, возил девчонка в Геленджик. Блин, Геленджик. Там шубы покупал, и он с соседкой переспал. А с соседкой тетей Лизой он ебался под карнизом. А с соседом дядей Гришей он покуривал на крыше. Макс, это, конечно, круто. Великие стихи. Я даже еще не придумал пока. О, Макс, смотри, как красиво. Ага. О, красивая картинка. Да. Пустота. Ой, что-то говном запахло. Авти, он был там. О. И с Яриком везде гулял. Макс. Едет поезд на бои, а в нем сидят одни хуи. Молчите, бляди, я святой. Ты ходячая брань, я не знаю, как это называется. Нет, это от Влада. Что-то у тебя еще было в стихах осторожно, нецензурная лексика. Да. Зачем ты это добавлял? Если бы... Потому что как бы там взрослый человек на меня написан, моя тетя. Ну да, она боится. Услышит она у нее сердечные. Нет, она пожалуется моей маме. Это еще страшно. Погоди, а от того, что ты добавил надпись, то не пожалуется? Я предупредил. Просто. Прикольно. А, ну тогда она точно не прочитает и не поймет. Да, она вообще не захочет на мой паблик. Так бы, может... Вот так и вот. И жизнь брала под крыло, берегла, снег идет, и все ступили. Вот и лето прошло, слов и не бывало, на пригреве тепло. Только этого мало. Все, что сбыться могло, не как лист пить и палы, прямо в руки легло. Только этого мало. Понапрасну не зло, ни добро не пропало. Все горело светло, только этого мало. Жизнь брала под крыло, берегла и спасала. Мне и правду везло, только этого мало. Листьев не обожгло, веток не обломала,
день промыть, как стекло. Только этого мало. Прям как твой талантный хоть белый вечер. Yeah. Вот то, чего на свете нет. Все тут есть такое. Yeah. Ну как? Снимаешь? А? Ты это все снимаешь? Ну это так, просто файл. Это видео без форм... Тебе так эта музыка подходила. Бежал такой. Смешно. Я это снимаю, знаешь, это бесформатное видео. Это просто как бренчание с другом Данилом. Это просто на память. Это как мгновение, ты просто понял. Талантливый будет белый вечер. Наигранно придет рассвет. Загон повалив сундук на плечи, скачет то, чего на свете нет. Пока в Индиговой долине, да, на протяжении многих лет. Все же в этом мире обитает то, чего на свете нет. Это то, чего нам вечно не хватает. А за то, что греет, то блин. Рюкзаки на плечи, скачет ночью, на свете нет. Это мир, согласие. Любовь это брата. Ребята, что ушли из круга лет, по решению толпы они лишь пустота. Вот то, чего на свете нет. Быть я решительным энтузиастом, я бы четверым вернул их в свет. Жаль, они следы от такой зубной пасты. Полусмытый, белый свет. Ну, здорово. Блин, у меня в носу. Общество бьявы поэтов. Ну, эти сложнышки. Урет, как отбил. Так. Время все покажет. А? Время все покажет. А сейчас там уже куда? Если вы меня смотрите, если вы смотрите Максима Кихмана, горит прощаться. А сейчас, давай, господа, сейчас я вас стих. Макс, слушай. Сейчас, погоди. Ну что же, сейчас, погоди, не спеши. Ну, долго спеши, Макс моркается, уникальное видео. Не дал посморкаться нормально. Ой. Авангард или абстракт? Они воспринимают это как видео, это как просто на память. Как вечная память. Макс, у меня козявки нету. Да нет у тебя. Ты хорошо рассмотрел? Да. Не, могу прям глаза засунуть. Сейчас вот на свет выйдет. Как-то, чтобы нас было видно. Вот, Макс, смотри. Да нет у тебя ничего. Ну, хорошо. А то, знаешь, сморкался так. Уникальное точно видео. Нету? Да нету. Да там как будто вообще тысяча козявок. Мне кажется. Нет. Это ужас. Просто идеально. А сейчас уникальное видео. Мой стих, Макс, хорошо сморкаться. Там, да, сморкаться это, конечно, хорошо, Макс. Я знаешь, что сейчас видел? Проходила девушка такая, как-то смотрела так. А она нет, как-то так все. Интересно, она испугалась? Безумно посмотрела глазами. Я как-то на видео случайно глаза выпучивал. Пошли вот так. Выкручивал. И да-да, через как-то перекресток. Сколько времени сейчас, Макс? А время сейчас. А то, может быть, не через перекресток. А время сейчас, а время сейчас. 20:50. Ну ладно тогда. Или перекресток, как ты хочешь? Ну я не знаю, как ты хочешь. Я не знаю. Ты как думаешь? Я не хочу. Если уж такое время, то лучше сказать. Вот так пойдем? Да. Ну давай так. Я как-то вот, я сам выпучивал на видео эти глаза, да? А потом смотрел, я прям пугался. Это было так страшно. Жуть какая. Дьявольский взгляд какой-то. Чего? Дебильный взгляд. Дьявольский. А? Я же сказал, что это дебильный взгляд, но все-таки обиделся. Не-не. Слушай, может сейчас на ходу пароход Пастернака... А, нет, ладно. В следующий раз, ладно, читаем. Читаем.
Жалко, столько стихов хороших, великолепных просто. Блин, ну все равно кажется, что козява, блин, в носу. Неимоверно. Жестоко как-то. Утомившись от раздумий, задремал я на странице фолианта одного. И проснулся вдруг от звука, будто не било так затукал, будто что-то так глухо так затукал в двери дома моего. Гость сказал, я там стучится в двери дома моего, гость, и больше ничего. Ах, и вспоминая, был тогда декабрь ненастный, от каждой спущей красоте исказил на ковер. Ждал я дня из врачей, да, дали, чётно ждал, чтоб книги дали, облегчение от печали, утрачено Ленор. Твой что там ангел, в Эдеме зовут Ленор. Безымян. А, я всегда Эдем говорю. Ну, без разницы, без разницы. Шелковый портьерок, шторы, скуду мужа, что-то допланил меня всего. И чтоб сердце легче стало, став я повторю устало. Это ж гость лишь запоздалый у порога моего. Это гость лишь запоздалый. У двери. Ну, не, у порог там был. Двери моего гость и больше ничего. Ну, ладно, дальше. Я как бы, знаешь, что запомнил частями, просто осталось разложить. Повторить нормально, как бы с акцентом на выучить, я выучил. Хармс вообще знал всю 12. Нет, никогда. А как я говорю, ангел как? В Эдеме. Я так говорил, да? Ты говоришь Эдеме. А, что там ангел в Эдеме, вот так, да? В Эдеме. А, я всегда Эдеме. Ангел в Эдеме, там же. Эдеме, там же. Странно. По-моему, везде даже рифма пора. Ну ладно, неважно, я... По сути, поэзии это не важно. Поэзии можно говорить, склонять вещи как угодно. На самом деле так. Я хоть и склоняюсь, вот когда спишу стихи, как-то пытаюсь все-таки сделать так, но это только из-за массы. Ритмичность. Но оно все равно будет, как бы, дело не в этом, дело не в технике, это все внешнее. Ценится, наверное, совсем другое, не техника поэзии, а да даже если слова, половину слов убрать и останется три слова, все равно будет полная поэма. Тут совсем в другом вещи. Поэзия это что-то волшебное. Блин. Вот у тебя сударь имя нормально, ты же Кулаков, Макс. Ты знаешь, Макс, у тебя все сударь имя нормально, знаешь почему? Ты же Кулаков, ты знаешь, где ударять и как, а я вот не Кулаков, так что. Понимаешь? Где ударять? Ну да. Поэтому у тебя все нормально с сударьми. Арбузи, арбузи. Да невыносимо, такое ощущение, что у меня такая козявка. Арбузи, арбузи, свечи, не свечи, дыми, не дыми. Да это ну ты даешь. Да там как-то вот у меня вечер иногда выходит, там как будто 1000 соплей в одной ноздре. Начали твои глаза, не оставляют час прощаний. Прими мое признание, ты права, права в одном. Жизнь моя была лишь сном, коль надежды свет угас. Ночью или полмирный час, было ли мне цвет от цвет, все равно его уже нет, ибо все, что зрим мне, и тебе лишь сон во сне. Море предо мной шумит, берег волнами омыт, и полна моя рука, золотые крупицы песка, сякнут, и все меньше ускользая, сякнут волны, исчезая, ерунда. Неужели не спастись, зажимая горсти, и учаться до одной беспощадной волной? Или не все, что зримо мне, и тебе лишь он во сне? Блин, у меня этот ноготь ужасный, я вот так сломал, что все, надо, он да, уже косячит. Его ломать надо. Не, да, смотри, блядь. А может так пойдем сегодня? По верхней улице. По верхней? Да. Да, я не знаю. Там потемки будут. Да не, по верхней там уже вон там? Свет горит. К роялю что ли? Вот там, где. Это там, где так... мы по нижней улице входим, вон там. Сегодня как ходили, только наверх. А? Так там же нет ни остановки, ничего еще такого. Может, в другой раз пойдем? А то что-то не ясно пока что еще как-то. Пойдем так, а как куда потом на остановку? Дими, дими, арбузы, дими, как в сиськи твои суши, дими, арбузы, свечи, не свечи, тряхли, не тряхли. Блин, такое ощущение, что козявка. Это я, короче, тебе книга, тебя скамилка, не свежим арбузом натуривался. Макс, а как у тебя на руках красные точки? Остались. Да? Переживаешь? Уже нет. Но ты напомнил. Спасибо, Максим.
меня точно нету козявки? Ну, там нет тебя козявки. Внимательно, Макс. Там нет тебя козявки. Хорошо. И красавчик вообще. А, ну, ну, хорошо. О, как красиво. Арбузы, там спинные дни, как большие ситки твои бывшие, на самом деле. Я тут притворяюсь кавказцем, там армянином, короче, всякие там. Блин. Ну-ка меня тоже покажи. Очковский. Я должен увидеть потом. Это Максим Кифман, короче, поэт. Самый охрененный. Он на фоне светофора стоит, он там горит зеленым. Где-то осталось 7, 6, 5, 4. Ты мне напомнил ежика из смешариков. 4, 3, 2, он 1, да, в одной серии из смешариков. Короче, за ежицы, короче, решил угостить. Короче, по тормы. Да-да-да-да-да-да. И вот ты мне сейчас этого ежика напоминаешь. Ежик! Ёжик! Да, что-то я вспомнил даже, как ты не позабыл. А ты ёжик? Он там заебался уже. Короче, по душам общаться со своим. Ну ты не меня, короче, всё. Он приезжал, да. Ну ты ёжик. Ёжик! Ёжица! Моему брату всегда нравился этот. Из смешариков. Пир. Да. Натюрли? Ну. Не знаю, вот если даже сейчас выбирать, то, наверное, мне бы тоже пин бы нравился. Хай момент. Блин. Хай момент. Момент. Компрессия. Компрессия. Кредо. Ла страда кредо. Да, ну, там пин, наверное, по вечерам постоянно зигует в своем, в своей хате. Пин? Да. О, Александр, Блок. Блок валялся. Вот валялся, его подобрали, короче, вот там. Сейчас грязный, не грязный, там вонючий блок. Лок. Блок. 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 Сломал мой потолок. Таджиков сюда. Ну даюсь. Та-ра-ра. А вон черный кот. Потолок сломает. Вы таджиков вызывали, мультик тебе. Ёжик, что с тобой? Хотя ты знаешь, такой похож внешне? На кроша. Вот ты крош. Ты намекаешь, что у меня зубы длинные, да? Не, ты просто похож на кроша. Ты еще знаешь, кто на кроша похож? Из театралов. Ага. Марк. Ага. Но. Не знаю, вот Леша, не знаю, похож на Копатыча. Погоди. Да-да-да. Есть такое. А Рита, не знаю. А я кто на кого похож? Ты похож. Твоя мать орёт на тебя, да? Да опять-таки. А мужчину ей надо. Ну, ты чё, он прав, но мама да, как-то не... Надо, ну, у неё будет Равин когда-нибудь. Да, Равин. Ну да, в будущем. Ну, да. Я думаю. И он будет туда кавказцем. Придёт, короче, волоса грубые, ну, как у него. Как обезьяна будет. Волосатый. По горло, блин. Шабат, шалом. Подмышек будет ёжик. Блин. Нет, это шабат, шалом. Короче, там будет одна бровь, короче. Одна бровь, одна любовь. Для твоего, для твоей мамы, короче. На этом мужика он будет говорить. Эх, ты это напророчил. Давайте шашлыки, короче, пожарю, а потом коньяком. Трёхзвёздочный, пятизвёздочный напою. Блин. Твою маму, короче. О, какие деревья красивые. Может, тогда она перестанет? А? А, да, да. Там они орёт, это так, на телефоне. Макс, может, ты это удалишь хотя бы? Кого? Ну, это, то, что я там на Кавказ. Макс там виноват. Удали, нет. Зачем удалять? Макс. Макс, ну это же воспоминания. Макс, я тебе это, слышишь? Но если мы это удалим... Макс, ну, хотя бы просто закрыть на что ли. Макс, ты сам виноват. Я что хочу сказать? Макс, Макс, если я это удалю, то... Мы заснимем еще. Не-не-не, это значит, что это мгновение, что сейчас есть, оно навсегда уйдет. А оно не нужно. Почему не нужно? Если оно прекрасно. Ты столько всего было красивого и слов интересных. А то, что ты сейчас говоришь о смешарике. Не-не-не, что? Ты должен да, быть... Макс, ты должен быть свинец. Да, моя мама, моя твоя, отпиздить. Чего это ради? Нет. Ты должен быть Макс Милей. Понимаешь? Ради мгновения, ради всего этого. Как бы это же все уйдет. Ты сказал быть не нужно или что? А? Смелей. Ты просто... Смелей. Это же уйдет, Макс. Навсегда уйдет.
уплывет. Это, вот эти записи, если мы сейчас удалим, ты будешь потом... А как вспоминать? Это же можно потом вспоминать. Это же прекрасно. Это сейчас у тебя какие-то стыд там или еще что. Ну потом это уплывет, я тебе уверяю. И жизнь твоя уплывет, и моя уплывет. И лучше хорошо, чтобы это все осталось. Вот это все, что мы видим, наши голоса и т.д. Это важно. Я удалил тебя, прибью сейчас на этом месте. Короче. Не, если хочешь, чтобы нормально, то говори нормально. Я тебя прибью сейчас, да? Да, ё-моё, я просто не понимаю. Я просто не понимаю, нужно сохранять. Понимаешь. Я должен даже... Ты, это же ты. Если ты хочешь удалить это, ну, вот ты стыдишься этого, значит, ты стыдишь самого себя. Это твое я. И ты его стыдишься, Макс. А об этом никто не узнает. Что? То, что стыдишься, ты узнаешь. И это страшно. Я сброшу это, мне вообще пофиг. Пофиг? Вот поэтому удали, а я все это вместе скину. Не знаю, это важно. Да что такое, блин? Почему важно? Из-за голосов. Потому что мне, я не вижу в этом ничего страшного, бестолкового. Я вижу наоборот в этом, что... Это будет разрушить нашу жизнь. Да как так, если я вижу в этом что-то ценное, я вижу в этом мгновение. Тут ты просто говоришь каким-то ежимным голосом. И что такого? Ну, что тут вообще такого? Я могу хоть без трусов, хоть в душ залезть и опубликовать на YouTube, мне это все равно. Потому что для меня жизнь мгновенно, она уйдет. Это все фигня. Это мое ты я. Ты себя говоришь. А ты-то что стыдишься? Ё-моё, ну подумаешь, ежи какие-то. Ну подумаешь, говоришь как-то так. Ну и что? Я так... Да. Это нормально в порядке. Да, ежи, короче, ежи тебе иголками в морду залезли. Если хочешь, чтобы было нормально, то говори нормально. Это что? Я же тебе с самого начала поставил видео. И вообще, какое это вообще значение имеет? Ну запись какая-то. Я просто ее создаю для того, чтобы потом вспоминать. Чтобы потом... Потому что это уйдет. Это ведь все уйдет, уплывет. Как будто этого и вовсе не было. Важно ведь. Позорить это вообще охуенно. Так это важнее, наоборот, понимаешь? Позорить. Великие вещи, позорить. Великие, да, позорить. Великие вещи, гениальные вещи, они в настоящем времени всегда позорные, очень позорные. И что, отказываться от этого? Да. От великого? Ради того, чтобы секунду побыть, и чтобы тебя никто не засмеял, пальцем не показал. Ну пусть показывают, пусть смеются. Мне все равно, потому что жизнь, она мгновенная, я же говорю. Чего это стыдиться? Лучше создать великие вещи, красивые вещи. И никто не будет смеяться, потому что всем по барабану. Это, им важно только ты, важно ну, знаешь, только их хочешь, я. Стыдись, я не хочу. Макс, им важно. Я не хочу стыдиться. Важно только их я, понимаешь? Они, может быть, и посмеются в день. Вот с Владом так же было. У нас был ролик немного о Бродском или наше литературное похождение. Как-то узнал об этом вся школа. Они посмеялись день-два. Влад тоже говорил. Удали, удали, удали. Я не удалил, я сказал, будь смелее. Как еще? В жизни еще будет много такого. Если ты сейчас преодолеешь вот этот стыд, то ты будешь сильным. И знаешь, что произошло? Он промолчал, знаешь, а потом вот эта вся шумиха на улад... С тобой разговаривать невозможно. Не, я тебе говорю. Я хочу сказать, оно, шумиха эта уладилась, которая два дня была, просто по смех. А потом знаешь, к чему она смеялась? А канал-то классный. Макс вообще молодец. И Влад тоже. Вот чем она сменилась. И вот этими всеми тоже этот сменится. Это храбрость, это правильно. Вот все хочу сказать. Да я думаю, все равно это не придет. Только увижу я. Знаешь, еще кто-то вот так сказал. Не помню. Кто? Если дружба закончилась, значит, ее не было. Просто кто-то ее рушит. А? Просто кто-то ее настойчиво рушит. Из-за чего? Я не понимаю. Я по-человечески, по-дружески прошу удалить. Зачем, Макс? Зачем? Зачем удалять? Из-за чего удалять? Чтобы тебя пальцы не показали. Ну, посмотрят они. Ну, вот это твой вообще никакой телестудный жест. Они говорят, ха-ха, не забудут, и плевать. У них есть своя жизнь, свои болезни, свои болячки, свои мысли, своя доброта, своя любовь, своя жизнь, свои ходы. У них это все есть. Зачем им просто про тебя мысли держать? И они им просто по барабану, понимаешь? Это просто все равно. А сохранив это спустя много лет мы можем посмотреть это, обсудить, обдумать, решить. Это же прекрасно, это нужно оставить. Зачем удалять прекрасно ради одного лишь какого-то пальца, какого-то животника, я не знаю. Ты вообще все просишь удалить? Все записи, что я делаю? Нет, именно конкретно это.
Ну-ка, еще раз посмотрю. Замерь. Просто точка.